Всех приветствую, дорогие друзья! С вами компания Евразия Автотрейд. Сегодня у нас 13 апреля. Покажу небольшой обзор автомобилей, которые мы купили клиентам под заказ. Расскажу подробнее, в каком они состоянии, с каким пробегом. И, конечно, что самое главное, во сколько они обошлись клиентам до Владивостока. Да? Напомню, друзья, что мы работаем без посредников, так как наш главный офис находится в самой Южной Корее. В штабе у нас работает около 10 человек. Это, получается, подборщики, кто подбирает для вас, для нас автомобили, да? По Владивостоке здесь у нас филиал, здесь нахожусь я. То есть встречаю ваши автомобили, растамаживаем здесь, получается, всю процедуру таможенную очистку проходим. Также поможем здесь вам, если нужно будет русифицировать ваш автомобиль, купить некоторые запчасти, если вам нужно. И, конечно же, загрузим на автовоз, либо фуру, либо позже, да, отправим до вашего города. То есть еще очень много вопросов приходит, друзья, то, что скажите, да, сколько будет стоить фура, либо автовоз там до того или иного города, да. Давайте я скажу примерно, чтобы вы хоть как-то ориентировались. Допустим, седаны, мини-кроссоверы, кроссоверы, внедорожники до Новосибирска, фура либо автовоз стоит 120 тысяч рублей. До Москвы 180 тысяч рублей на сегодняшний день. И далее там до Краснодара от 200 тысяч рублей. Да? То есть цены, которые я сегодня озвучу на автомобиле, да, это будут цены до Владивостока. Ну, а дальше уже понятно, что в зависимости от расстояния там уже сориентируйтесь, друзья. Так, пойдемте я вам покажу. Надеюсь, сегодняшний наш ролик вам понравится. Вы обязательно подпишитесь, поставите лайки. Если будут какие-то вопросы, задавайте, друзья. Не стесняйтесь, хоть в WhatsApp, хоть в комментариях. Это для нас очень важно. Мы будем только рады, да? Поехали. Итак, поехали, друзья. Это у нас получается первая Kia Carnival 2021 года. 2.2 дизель, 202 лошадиных сил, 62 тысячи пробег, 9-бесный. Комплектация Signature, максимальная комплектация, это получается, да? Так, кузов без ДТП, без окрасов, под ключ до Владивостока, 3 миллиона 470 тысяч рублей. Получается 9-местный, да, максимальная комплектация. Здесь есть практически все. Подогрев, обдувы, климат, круиз, то есть все, что нужно. Максималка. Такой вот большой семейный корейский минивэн. Для вашей большой семьи, да? Так, далее, конечно же, Kia Sorento. Самый ходовой. В рестайлинговой версии. Получается, она 21 года, 2.2 дизель. Тоже 202 лошадиных сил. Комплектация Prestige. 67 тысяч пробег. Кузов в родне весь. Под ключ до Владивостока. 3 миллиона 240 тысяч рублей. Такой вот корейский кроссовер. Хорошая комплектация. LED-фары, повторители, бесключевой доступ, электропривод багажника, друзья, имеется. Подогревы, обдувы, проекции тут нет. То есть в отличном состоянии автомобиль. Был куплен, подобран нашему дорогому клиенту. Скоро погрузим на автовоз и отправим ее. Так, далее, получается, тоже пошли премиум-классы. BMW 740. X-Drive 21 год, 3-литровый бензин с пробегом 86 тысяч пробег, друзья, под ключ до Владивостока 6 миллионов 150 тысяч рублей. То есть такой вот немецкий, брутальный немец в белоснежном цвете. Максимальная комплектация, друзья, весь в родном окрасе. То есть тут есть практически все. Это не машина, это просто космолет, друзья. То есть в нее садишься, как, я не знаю, все, сразу теряешься в ней внутри. То есть едет, ощущаешь эту машину совсем иначе, да? Ну, премиум класс, тут ничего не поделаешь. То есть такой вот автомобиль в отличном состоянии. Далее, в ярко-красном цвете, друзья, Audi A7, Quattro 55 TFSI. 3-литровый бензин, 21 год, до Владивостока под ключ, 5 миллионов 670
670 тысяч рублей обошелся, друзья. Это уже с нашей комиссией, с льготным утилизбором, с растаможкой, то есть полностью под ключ с получением электронного ПТС. То есть электронный ПТС получили, все, машина уже полностью готова. Вот, хоть завтра едете в ГАИ, ставите на учет без всяких проблем. Ну, конечно же, ПТС должен быть действующим. Бывает еще не действующий ПТС, это уже, ну, это просто фантик, да, не действующий. Получается 55 TFCI, друзья, максимальной комплектации. Кузов весь в родне тоже, без всяких замен. Так, на штатном лите, да, посмотрите, какой красивый лите тут стоит от Audi. И тормоза тут необычные, подушечки тут поставлены специально. Кореец, видимо, очень любил эту машинку. Мне кажется, она была женская, скорее всего, да? Да, мне кажется, женщина либо девушка на нем ездила. Видите, какая красивая, да? То есть, вот столько, несколько автомобилей недавно выгнали с порта. Это автомобили наших клиентов, напомню. Кому нужны такие же автомобили, пожалуйста, друзья, обращайтесь. Не стесняйтесь, пишите, звоните, подберем, привезем. У нас самая низкая комиссия. Друзья, всем хороших выходных, хорошего дня.